Россия принесет такой нож туда. Мало того, если мы будем говорить, к примеру, за Мариуполь, то банк формирования Азов рассчитывал вот на что. Они, да, они готовят боевые действия, но они были уверены, что Запад отдавит на Россию, и в определенный момент Россия отступит и даст им огромный боевой Мариуполь. И они будут какими-то героями. То есть они победили, они смогли задавить Россию. Этого не получилось. Я вам скажу, что там тут большая паника. Все полное понимание этого слова. Вчера и позавчера это банк формирования пыталась вырваться из Мариуполя, но было уничтожено. А я все мои книжки. Моя библиотечка. Навожу в порядок. Сейчас, вернее, буду наводить порядок. Книги. Два ряда. Такие вот книги. Альманах. Не познала. Еще такая. 2000 лучших кулинарных рецептов. А тут такие вообще книги. Энциклопедия чудес природы. Такие большие, тяжелые книги. Только тут интересно. Загадки, факты, феномены. Анатомический атлас. Как укрепить иммунитет? Старая книжка «Библейские легенды». Это художественная книга. Апокалипсис 2013. Это когда-то было давно выписано. Расшифрованная Библия. Евангелие от Иуды. Когда-то я выписывала эти книги. Это была книга. Энциклопедия массажа от А до Я. Истории на все времена. Большие книги такие, прямо увесистые, прибить можно. Ой, это вообще книга. Иллюстрированный атлас мира. Ой, почти смешная история, это так что-то. Рассказики. Их тут много. Книга новая, нечитанная. Книги все. Сколько? 350 страниц. 350 с небольшим. Тут вот есть такая полностью, как серия книги. На индийский, так сказать, склад Шахерезада. Индия, Индия. Такие вот книги. Сердце женщины. Дорога идет назад. Тут вот выписанные из Reader's Digest. Такое вот. Такие вот романы. Избранный, ой, перевернулось тут что-то. Избранные романы, все это Reader's Digest. Российские военные совместно с армией Донецкой и Луганской республик продвинулись на несколько километров вглубь обороны противника и освободили еще 9 населенных пунктов.
Среди них село Степное, стратегически важный район. Еще такие вот Чингисхан книжечки хорошие. Тамерлан. Это джип «Новатор». Баты. Чтобы перебрасывать мобильно. Войска, по телевизору, конечно, как всегда, показывают. Украинские войска продолжают. Украинские войска. Это вооруженные действия в отношении нас. Я навожу порядок. Обочины дорог, виды разбитых во время обстрелов домов. Один из уцелевших фонарных столбов сохранился небрежно нанесенный красный флаг. Интересный. Святая кровь и святой Грааль. Такие вот. Монстры. А так что? Ну, да, ну а в случае, кто там он будет? Еще опасаюсь, что украинские войска вернутся снова. Так, это что? Сколько книг-то здесь? Через пару дней еще придем. Состоит из 13 книг. «Жизнь царицы змей», «Любовь Хазана из Басры». Ну, такие книжки. «Приключенческий любовь», «Любовь» и все такое. Интересные, в общем, достаточно. Вот книжки бы читала тогда с интересом. Я Шилова, мне так нравились. Клинок кожа. Девы Сергей Пономаренко. Такая типа фантастика. Колдун Салема. Любовь. Письма. Книга такая. Выдающихся людей 28-19 века. Такая вот книга Валерия мне вообще в подарок пришла, как бы. Бесплатно. Вот эта книга, по-моему, справочник автомобилиста, что-то я не помню, но, возможно, мне тоже как-то не выписывала мне автомобили. Нет, это вот книжный клуб. Есть такой. Там очень много хороших книг. Конец. Компонентов биологического оружия. Справочник лекарственных растений. Такая хорошая книжечка. Все тут показано, написано. Тут такая тоже вот серия столько. Книжки. Все это из книжного клуба. Практически. Наша задача найти ответы на все те вопросы, которые сегодня важны для нас, объекта военного государства. И сегодня Госдума инициирует о работе наших госорганов. Такие вот Ромен Сарду пишет. Интересно, мне лично нравится. Тут же новый Reader Digest. Там тоже в два ряда. Плохо видно. Что это такое? Тоже коллекционные. Более детские, хотя и для взрослых интересно почитать. «Путешествие Гулливера» и «Венга», «Приключения барона Мюнхгаузена», «Дети капитана Гранта». Такая вот она прям в такой коробочке книги. Коллекция тоже. Марк Твен, круглосветное путешествие. Вот она полностью такая. Короче, вот состоят 8 книг такой вот упаковки. Выпали. Фотографирую ее работу. Работа распознается. Мы отправляем ее преподавателю. Которую успешно запустили новгородские добровольцы.
Пушкина книжечка такая, знаете, стихи. Только для взрослых. Да не святой помощницы, Хулия Наварова. Книг много. Мой нежный варвар, я читала, я даже не помню сейчас уже. Давно это было. Интересные книги. Предсказание мое. Это так давно было выписано эти книги, что сейчас уже о чем читала, того уже не помню. Перечитать, конечно, интересно было. Плащаница из Оведа. Было у меня время, когда я хотела, любила вообще читать книги. Ведом врата смерти. Последнее пророчество. Вот, значит, это Ромен Сарту. Близк Бога. Такие вот тоненькие книжечки такие. Они интересные. Очень интересные. Ридер Дайджест. Так, журнала. Ридер Дайджест очень много. Прям. О, прям. Вот. Так. Тут уже не ложить никуда. Такие книжечки. Кроссворд. Сборник кроссвордов. Увлекательный досуг. Увлекательный игры для эрудитов. Так, это не знаю. Давно. Так, вкусная книга. Полезные советы. Столько книг, в принципе, было выслано очень много подарок. Так что вот. Вот тут еще тут много книг. Такая отличная библиотечка. Очень. Вот так. Обезьянка лазит. На федеральной субсидии регионы вместе с предпринимателями смогут открыть новые кемпинги, автокемпинги, обустроить пляжи и туристические маршруты, как культурно-познавательные, так и экологические, для активного выполнения до конца нынешнего года, а следить за ходом работ будут Ростуризм и власти на местах. Ну, как-то так. На этом пока все. Следующий выпуск новостей. И на этом пока все. Информационный канал. Информационный канал на Первом продолжает «Большая игра». Добрый вечер, работает в прямом эфире. Успехи российских вооруженных сил, вооруженных сил Донецка и Луганской Народной Республики, которые планомерно перемалывают военную машину Украины, уже заставили и многих украинских это политиков, и многих в украинском обществе кисуньки понять, что вообще-то исход уже очевиден. Надлом произошел и в Киевской верхушке, и в украинском обществе. И единственное, на чем до последнего времени и в западных странах начали понимать, во что они ввязались. И такой линолеум я купила вчера, поселила. На западе уже точно не является. Вот послушайте, новый что пол в стал. В программе самый популярный телеведущий Соединенных Штатов Америки. Почему бы не сказать правду? Все только врут. Нет, чтобы сказать то, что сделала Россия, возмутительно, и поэтому мы за Украину и помогаем ей. Все. Зачем вы хотите еще дальше говорить, что Украина образцовая демократия? Конечно, нет. Эти люди обожают Зеленского не потому, что он представляет интересы. Все напрягалось. Он именно такой лидер, каким они сами хотят быть, только с гораздо более обширным.
обширными военными возможностями, чтобы заставить порядок на вашем. Своего политического оппонента, активно-красированного, в то же время